Современный гостевой дом по технологии PostMBIM для людей со старой закалкой. Что можно внедрить в такие дома? Ну, конечно, бильярд. 13-фунтовый, самый большой в линейке, со своей киевницей, шарами и кучей положительных эмоций. А какие у вас увлечения? Занимаетесь ли вы ими профессионально или это просто развлечение? Оставляйте ваши отзывы, комментарии, подписывайтесь. Здесь про комплексное строительство и адаптацию пространства живого для каждого из вас.